в Вязках нахожусь, в лесу. Растения эти называются, которые я видел в Непрецкой балке, баранчики. Мне одна Света сказала, что их можно есть, что это витамины. Сейчас я попробую. Вкус? Да, это баранчики. Этот вкус я помню из детства, стебли вот эти. Слушайте, я даже не знаю, что похоже. Они сочные, влажные, сладковатые. Ну, сочные такие, приятные, вот какие-то аптечные, какой-то у них привкус такой. Да, это баранчики, буду знать, вспомнил. Очень красивые здесь сосны в Вязках, очень красивые, сосновый лесок. Попробую, вкусные. Ну не то, что вкусные, так. Для голодного человека, в общем. Ой, вообще запах как в пионерском лагере. Прекрасный. Природа. Сейчас вид сниму отсюда. Вид красивый. Посмотри. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такое место песчаное? Ну, слушайте, отлично. Вот. Вот большой Абашевский пруд. Купабельное местечко достаточно. Смесь песка и земли вполне себе. Ну вот, да, как вариант. Ну, ясно, обмелел он, короче, на метр, на полтора. Очень красиво. Вот большой Абашевский пруд. Очень красиво. Однако купался я не здесь, а там подальше. Проедем туда. Но здесь тоже классно. Я хочу то место, где змейку видел. Ехать по лесу Вязок — сплошное удовольствие. Воздух прохладный. Очень приятный такой запах лесной. Вид вообще не говорю, тут вообще супер. Сосны. Зеленая такая, зелень такая весенняя. Вообще шикарно, слушайте. Я очень рад, что сегодня сюда приехал. Так, это пруд заканчивается, так понял. Там начинается следующий. Люди палатки разбивают, отдыхают семьями. Молодцы. Посмотрим этот вид. Ну, в принципе, это вот конец Большого Абашевского пруда, насколько я понял. Тут уже как бы песочка не видно, не купабельно. Ну так, побродить для рыболовов, наверное. Хорошо. Да, Вязки — это супер. Очень здорово. Сосны такие классные. Сосны лучше, чем борщевики. Абашевский пруд. Посмотрели.